Здравствуйте, мои друзья! Вот и начинает потихонечку зацветать моя коллекция скальных лилий, которую я начала собирать 4 года назад. И думаю, что собрала красивую коллекцию. Ранее, еще в начале весны, я уже показывала очередное цветение лилии Криспаты, которая после приобретения радовала своим цветением каждый год. А это Лелия Луказяна, которая после, по-моему, трехлетнего произрастания в моих условиях наконец-то зацветает в своем первом домашнем цветении. Посмотрите, какая красавица. Кстати, куртина с месяца два назад делилась. Может, это и спровоцировало цветение орхидеи так как у здешних любителей орхидей, которые имеют свои теплицы и занимаются разведением, продажей орхидей около 30-40 лет, я когда-то узнала, что если орхидея отказывается цвести и наращивает только свою куртину, то обязательно нужно ее поделить. Я не знаю, помогает это или нет, но у меня есть еще Лелия Миллери, которая тоже наращивала свою куртину и отказывалась цвести все четыре года. Посмотрим, как она себя поведет после деления. Посмотрите, какие красивые оттенки у цветов. Да и форма хорошая для первого цветения. Но что я заметила, когда цветок раскрывался то в первый же день он выгнал свои сипалии и питали в противоположную сторону, то есть назад. Но уже к вечеру цветок начал приобретать свою стандартную форму, и на данный момент еще не полностью выровнялся. Посмотрите, на ожидании еще два новых роста. Интересно, процветут ли они? Вы, наверное, задаетесь вопросом, в какой грунт у меня посажены все мои скальные лилии в основном сосновую кору средней фракции, где дренажом я проложила керамзит в некоторых случаях, а где-то пенопласт и сверху покрыла мхом с фагнумом. В основном все скальные лилии посажены у меня в вот такие керамические горшки с толстыми стенками. Но те, кто покапризнее, я посадила в такой же грунт, где взяла тренажом пенопласт и глиняный горшок с тонкими стенками, чтобы легче осуществлять уход, так как при тоненьких стенках орхидеи быстрее просыхают. Температурный режим в моих условиях в зимний период холодный, где отметка опускается до плюс 70 градусов. И все время орхидеи находятся у меня на ярком освещении, где интенсивность составляет от 40 до 50-60 тысяч люкс. Цветы у орхидеи небольшие, в диаметре достигают до 5 сантиметров имеют слегка восковую структуру и, по-моему, аромат где присутствуют нотки корицы. Само же растение в высоту достигает до 8 сантиметров. Вот такая красотка наконец-то у меня расцвела. Кстати, цветение у этой орхидеи я вижу впервые. Я думаю, что она не последняя. И в следующем году орхидея порадует нас своими красивыми яркими цветами. А может и не придется ждать так долго, так как у орхидеи развивается еще два новых роста. Может, мы через месяц-полтора сможем опять наслаждаться этим прекрасным цветением. Вот вроде бы и все, что я хотела рассказать. Всем спасибо и пока-пока!